нашу позицию по всем. Какой результат-то был за предыдущие 3 года? Нулевой. Мы за эти годы освободили практически 95% всей территории Сирийской Республики. Это первое. Второе, восстановили, утвердили там государственность, не позволили развалиться государству как таковому. Позитивные и негативные какие-то впечатления. Эта территория находится под патронатом наших американских партнеров. Они опираются там на курдские вооруженные формирования. Но они явно не доработали. Там в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ. И они начали в последнее время расширять зону своего присутствия. Захватили там 130 семей, это почти 700 человек в заложники. Преимущество этого дискуссионного клуба, мы его так и называем, дискуссион. Они выдвинули ультиматумы, требования определенные, и предупредили, что если эти ультиматумы не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по 10 человек. Позавчера расстреляли 10 человек, казнили. Они начали исполнять свою угрозу. Это просто ужас, катастрофа, на мой взгляд. Но надо с этим что-то делать, что же там коллеги наши отмалчиваются. И по нашим данным захватили, причем в заложники, несколько граждан Соединенных Штатов и европейских стран. Все молчат, какая-то тишина, как будто ничего не происходит. Вот здесь справа от меня хочу все бывшие президенты, в том числе президент Афганистана и наши